Лишь недавно в поселке Володарского появились новые дома, остальные, как говорится, с историей. Как вот этот, дом номер 38 по улице Зеленой. Именно сюда и направляется представительная делегация с цветами и подарками. Шестой. Все, давайте. Сейчас я ее закрыт. Новогодние торжества прошли, но в семье Булак год начинается с еще одного праздника – дня рождения старшей представительницы Валентины Николаевны. Сегодня она празднует столетний юбилей. Первым слово берет глава сельского поселения Володарское Сергей Гуцев. После личного поздравления он зачитал послание виновницы торжества от главы района. Примите искренние пожелания здоровья, долголетия, бодрости духа, заботы, внимания окружающих людей, мира, добра и благополучия. Глава Ленинского района – Олег Владимирович Хромов. Почти ровесница Советской России, она стала свидетелем и участником всех исторических событий. Ее семью коснулись репрессии, муж прошел Великую Отечественную войну, сама она работала в госпитале. На главный вопрос, в чем секрет долголетия, отвечает однозначно. Нет никакого секрета. Дедушка, мамин отец, один только, он жил 90 с чем-то лет, я помню. И все, вот я иду, у меня сам о себе-то думаю, вот. Даже удивляюсь. В Ленинский район Валентина Николаевна вместе с дочерью и зятем переехала в 1995 году из Узбекистана после развала Советского Союза. Уже больше 20 лет живут душа в душу в небольшой двушке в поселке Володарского. От лица законодателей района долгожительницу поздравил Валерий Венцель. Я вам от всей души желаю крепкого здоровья, благополучия, долгих лет жизни и побольше оставайтесь с нами. Вот, мы вас поздравляем. Не надо, большое. Вместе с цветами скромные подарки. Кроме этой церемонии, никаких особых торжеств не намечается. В гости, как и каждый год, ждут людей, с которыми дружат больше 30 лет, еще со времен жизни в Узбекистане. Приходят друзья, у меня уже все готово, я жду друзей. Причем друзей, которыми мы в Ташкенте жили, они должны приехать, они в Москве живут. Несмотря на пережитые трудности, Валентина Николаевна старается думать только о хорошем и смотреть на жизнь с оптимизмом. Возможно, в этом и кроется секрет ее долголетия. С юбилеем. Максим Козлов, Алексей Руднев, Елена Кошелева. Видное ТВ.